Выходные в Чувашии, как и по всей России, отметили Олимпийский день. В этом году он посвящен юношеским Олимпийским играм, которые пройдут в октябре в Аргентине. А пока кто сильнее и быстрее, выясняли мои коллеги на Красной площади Чебоксар. Началось со ставшей уже традиционной нашей фирменной массовой зарядки. Девушки из Федерации фитнес-аэробики Чувашии заряжали всех позитивом. Олимпийский день – это не только спорт для спортсменов, для всех граждан. Присоединяйтесь, занимайтесь спортом, потому что это здорово, море позитив получаешь. Олимпийскую милю преодолевали бегом, на велосипедах, лыжи-роллерах. В спортивных мероприятиях принял участие и глава Чувашии. Руководитель региона поблагодарил всех, кто занимается спортом и развивает это направление. Искренние слова благодарности нашим дорогим ветеранам, которые на самом деле личным примером показывают, как нужно любить спорт. Потому что они знают, движение – это жизнь. Вышли на дистанцию и люди с ограниченными возможностями. Среди них Юрий Степанов, один из сильнейших парабадминтонистов мира, член сборной России. Ну, я уже 18 лет занимаюсь спортом, ну, парабадминтоном, и параллельно уж... И еще катаюсь на велосипеде. Ну, инвалидность, да, меня, конечно, вынудила заниматься спортом. Спорт для меня сейчас самое главное в жизни. Дает все – общение, здоровье, настроение. Самое главное – настроение. На целый день позитив, заряд, энергии. Также на заливе прошли мастер-классы и показательные выступления по единоборствам, футболу, современному пятиборью, баскетболу. Знаменитые спортсмены общались с детьми и раздавали автографы. Очень приятно, что у нас в Чебоксарах проводят такие мероприятия. Это очень праздник для всех, для молодых. Много общаются, много знакомятся. То есть это вообще отличный день сегодня. Татьяна Трофимова, Мальвина Петрова, Борис Андреев, Республика.